Представители спортивных школ Каспийска, Махачкалы, Избербаша и Буйнакска среди победителей открытого республиканского турнира по джиу-джитсу. Соревнования прошли в Каспийске в спорткомплексе имени Курамагомеда Курамагомедова. Все подробности в сюжете Даны Шугум. Одним из триумфаторов соревнований в самой престижной весовой категории плюс 60 килограммов стал представитель Каспийска Хадис Абдул-Жалилов. Воспитанник тренера Магомед Расула Джапарова в прошлом году побеждал на первенстве Дагестана. В этом также удалось оказаться первым на открытом республиканском турнире по джиу-джитсу. Пришлось зайти за спину, взять на удушающий. Если не получилось, перейти на в бок и забрать кимуру. Всего обладатели 30 комплектов наград определили около 100 спортсменов. Отличились представители не только Каспийска, но и Махачкалы, Избербаша и Буйнакска. Школа имени Нурдина показала отличный результат, показали отличную борьбу. Есть куда расти, есть над чем работать. Уже в ноябре на первенстве Дагестана пройдет отбор в республиканскую сборную. Дан Шугом, Вадим Шомхалов. Время новостей. Каспийск.